Невероятное зверство. Больше 5 раз бросил ребенка об стену, после чего малыш скончался. В Куйтунском районе задержан 22-летний молодой человек, обвиняемый в убийстве малолетнего ребенка. По версии следствия, причиной смерти стала черепно-мозговая травма из-за продолжительных падений. Мужчина уже дал признательные показания, раскаявшись в содеянном. Его заключили под стражу и обвиняют по 105 статье Уголовного кодекса. Известно, что обвиняемый состоит на психиатрическом учете, в семье воспитывается еще 3 маленьких детей. Объясните, как вы держали ребенка? Так. Правая рука за что вы держали? За голову. А левой рукой? За что левой рукой держали? За ноги.